сценарием. Поиск слова каждый месяц карантина экономит. Зона теряет 2-3% производства и голосования кредитной денежной политики – самый лучший способ защитить производственные мощности и рынок труда. Федеральная резервная система США на поддержку экономики выделит дополнительно 2,3 триллиона долларов. Это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу, а также укрепит возможности властей штатов представлять критически важные время пандемии. На этом фоне опубликованы новые данные о состоянии рынка труда. На прошлой неделе число первичных заявок в США на получение пособий по безработице превысило 6,5 миллионов. Показатели уже третью неделю подряд общее число превышает 16 миллионов. МВФ после пандемии слабо частичное восстановление глобальной экономики ожидается в 2021 году. Более 500 миллионов долларов могут оказаться за счет вредных из Оксфорд показывает не такой помощи для всех. Речь идет честно для описания потолка развивающихся стран на 1 триллион долларов в этом году, создание международных резервов финансовой помощи и выделение дополнительно 500 миллиардов долларов на поддержку системы здравоохранения. Права защищения может борьбы с эпидемией. Нынешний похоже на праздник. Церкви повсеместно закрыты, массовые ритуальные шествия службы отменены. Но и разведенные по домам